Итак, друзья, Эвент Холл в Воронеже. Концертный зал Эвент Холл заполнен до отказа. Мы в ожидании второго боя сегодняшнего шоу, посвященного Дню Защитника Отечества в этом прекрасном городе с большими боксерскими традициями. Виталий Горчаков в красный угол приглашается. I'm invited to the red corner, the fighter from Russia, Антон Плотник. Итак, еще один дебютант нашего сегодняшнего вечера, а также дебютант вообще профессионального ринга. Боксер из Твери, Антон Плоткин, полутяжелый вес. Итак, Антон Плоткин на ваших экранах. Форма хорошая у него для такого веса. И песня хорошая. Под выход прям самое то. Соперник у него сегодня непростой. Несмотря на такой похожий на рекорд Даниэля Негата, я имею в виду Ибрагимова из ЗАТа, который будет соперником Антона Плоткина, этот боксер более агрессивный, чем камерунец. И мы сегодня, думаю, увидим борьбу в ринге. Ну, у камерунца одна победа, а у Ибрагимова две победы, но 16 поражений. Но, тем не менее, я видел несколько боев из ЗАТа Ибрагимова. Это боец, способный оказать сопротивление. Ну, посмотрим. Итак, в красном углу Антон Плоткин, Тверь. Под ваши аплодисменты я приглашаю бойца из Узбекистана. I'm inviting to the blue corner the fighter from Uzbekistan, Izzat Ibragimov. Итак, Izzat Ibragimov выходит сейчас в синий угол. Боксер уже опытный, боксер, который практически каждые два месяца выходит в ринг, в основном в столице. В Абхазии недавно провел летом бой. Итак, Izzat Ibragimov, уроженец Ургенча, Узбекистан, но сегодня он живет в Москве и регулярно выходит на профессиональный ринг. Ну, надеюсь, эта композиция ему поможет. Потому что две победы при 16 поражениях, это, конечно, тот еще опыт. Но дело в том, что ряд боксеров идут по рейтингам, а другие ребята просто являются своеобразными экзаменаторами. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то выходит в ринг для собственного удовольствия. Вот Izzat Ibragimov, скорее всего, боксер, который не претендует на высокие места в рейтингах, но достаточно плотно и прочно экзаменует тех, кто поднимается вверх по ступенькам. Ну, такие бойцы тоже должны быть, конечно. Такие должны, необходимы. Итак, Izzat Ibragimov. Представляю вам участников схватки. В красном углу боец, официальный вес которого на данный момент 79,5 килограммов. Его рост 177 сантиметров. Сегодня вечером спортсмен представляет нам дебют на профессиональном ринге. Introducing the fighter in the red corner. An official weight, the boxer in 79 kilograms, 500 grams. His height is 177 centimeters. Tonight he's making the professional boxing debut. Ladies and gentlemen, the representative of Russia, Тверь, Антон Плотник! Почему-то называет он его Антон Плотник, хотя он Плоткин. Его соперник. Официальный вес спортсмена на данный момент. Мы говорили об ударе почтальона, об ударе сантехника. Пекаря. Пекаря. А может быть, сегодня мы увидим удар плотника? Очень хорошо подмечено, Алексей. Не зря вы столько лет снимали передачи о боксе. Надеюсь, вы без сарказма, да, сказали? Без сарказма. Спасибо. 81 килограмм, 600 грамм. His height is 178. Мы видим, это приносит свои плоды. His record stands and 2 wins and 16 losses. Вы мне тоже сегодня поведали о новых ударах, которых я не знал, кроме удара почтальона. Я вам больше скажу, я до сегодняшнего дня сам о них не знал.
Итак, друзья, второй бой нас сегодня ждет, и несколько секунд осталось до его начала. Антохе говорят, чтобы он собрался. А это одно из самых главных. В бою собранность, спокойствие. Сфокусированность. Сфокусированность. Такие еще у нас есть синонимы. Синонимы чего? Собранности? Слово собранность. Мы видим, Ибрагимов работает в правосторонней стойке. Он левша. Как что он открыт? Близко стоит он к сопернику. Мы видим, да, как жестко работает сейчас боксер Узбекистана. Да, вы были правы, что... При всем, при том, я могу сказать, несмотря на жесткую работу в ринге, Изат никогда не позволяет себе всяких грязных штучек. Поэтому я жду, что сегодня он проэкзаменует такой благородной манере своего молодого соперника. Качественно и честно, вы имеете в виду. Да, 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 никаких грязных приемов. Только жесткий профессиональный бокс. Слишком открыт он, конечно, много пропускать сейчас будет. Четыре раунда нас ждет. Вот на шаге вперед сейчас удар снизу неплохой провел. Да, я что-то думаю, раньше все это закончится с таким откровенным боксом. Рискованно сейчас пошел вперед Плоткин. Вообще на встречных курсах ребята работают. Из первых раундов уже вкладываются. Не стали не присматриваться, не прицеливаться, сразу в бой. Причем оба. Да, уже крепко пропускает. Да, пристреливается сейчас наш боксер. Жесткие удары наносит. Да, и зато бы, конечно, поспокойнее посмотреть, пощупать, хотя бы продержаться еще пару раундов. Двойка со стороны сейчас Ибрагимова навстречу. Опа. Маленький нокдаун, который сейчас не засчитают, конечно. Почему-то я слышу... и сбил рекламный щит. Я слышу тренеров Ибрагимова больше, чем нас. Очень переживают ребята, хотя тут это того не стоит, скорее всего. Да, вот он, удар Плотника. Размашистый левый. Рубанком, да? Да, рубанком. Ну что ж, Плоткин впечатляюще начинает первый раунд. Уже нанес такие несколько таких, ну, не разрушительных, но очень плотных, жестких ударов. Не, ну Антон молодец вообще. Начал прям с места в карьеру. Жестко, да, жестко. С корабля на бал уже. Ну, Ибрагимов предложил, почему бы и не принять. Очень опасный удар слева наносит боковой Плоткин. Ну, сейчас вот нам на повторе повторы, покажут, да. Вот, да, ошибка. Вот правая опущенная Изат Ибрагимова, и слева все время свистит вот этот удар. Слева. Причем он подсаживается сначала, и после уклона. Майк Тайсон так любил бить. Ну, обычно Саша по веткам так любит бить. И кстати. Саша по веткам так бьет, но... Тайсон просто ниже садится. Тайсон делал это филигранно. Мы просто не видим такой корпусной работы, конечно, у Антона. Антона, да, ну... Немножко по прямой идет, но посмотрим дальше, как будет события. Пока этого хватает. Вот сейчас за ногу стал заходить Антон, это хороший знак, посмотри.
заходит за, за ногу переднюю, и мы видим, что более успешно проводит комбинацию. Корректировки, видимо, в углу внесли. И... Рубанок пошел в ход. Хоть ребята и невысокие, но очень крепкие. Тяжесть ударов прям слышно отсюда. Речи сейчас стал взрываться во втором раунде, Антон. Да ему бы прятать этот удар, он слишком откровенно действует. И зад уже начинает видеть, что происходит. Антон заряжен нокаутировать прям. Да, но дело в том, что не всегда попадает, особенно слева такой немножко. Удар открытой перчатки. Нет у него задачи побоксировать. Он прям хочет. Ну это темперамент. Навстречу хорошо. Да, хороший, жесткий флот. Такой джеб у Антона. Вообще видно, что в большинство ударов он вкладывается. Тут неудивительно, что от джеба так можно отскочить. Ну, больше трехраундовый, есть возможность действительно потратить все силы, не экономить. Ой, хорошо прям, да? Справа тоже неплохо, ты заметил. Он и в корпус его наносит, и в, по верхнему этажу. Ну, вообще двойки у него собранные, хорошие. Вот сейчас хорошо с поворотом. С проворотом руки удар левый. Да, это нокдаун. Его будут защитить. Ну, Ибрагимов не согласен. Подскользнулся, но коснулся перчаткой, видимо. Может быть, удара не было такого крепкого? Вот сейчас задышали ребята уже, задышали прям. Опережает по скорости своего соперника Антон, мы видим. Правый очень резкий. Ну, он вообще молодец, даже когда наклоняется, он видит, куда он бьет. Пониже надо только садиться нашему бойцу. Слишком ноги прямые, особенно при боковых ударах. Вот примерно так где-то вот подсаживаться. Я говорил, что Ибрагим очень корректный боец. Если он видит, что он не прав, он всегда покажет это судье. Ну, я считаю, что с нокдауном несколько поторопился, конечно, судья. Сейчас посмотрим повтор. Правый и сразу же левый выбрасывает. Может быть, не лучший. Ну, не лучший эпизод. Размашистый, конечно, но... Вот, встречный. Это был джеб как раз. Слишком руки низко, конечно, Антон опускает и теряет силу мышцы ударные. Если бы пособраннее был. Это вот говорит о том, что он не подсаживается вниз. Абсолютный нокдаун был. Заслуженный, четкий удар в челюсть. Конечно, Ибрагимов может быть недоволен, потому что... Он встал, да? Очень быстро встал. А то, что... Ну, не будем спорить, не будем спорить. Как говорится, что упал у студента, то упал на газету. На рекламу, мы видим, без рекламы. Рекламе. Да. Поэтому, если быстро встать, может быть, не успеют засчитать себя. Ну, чуть финтить начал Антон уже. Слишком прямые говорит. Ноги у Антона, вот недостаток очень такой видимый. Немножко идет корпусом вперед. Конечно, Ибрагиму надо уходить из угла, иначе Антонова там забьет просто. Дело в том, что Ибрагимов опытный боец, повторюсь, гораздо опытнее. Мы видели, что ряд ударов он принял на лобовую часть головы. Ну, конечно, тоннаж ударов там
хоть куда принимай, на лобовую, не на лобовую, все равно это сказывается. Так что Ибрагимов посерьезнее, чем Негат. Ну это да, это видно уже. Судя по тому, что он продержался уже почти. Ну и как продержался? Три раунда, да. Слишком опускает руки, конечно, при атаке узбекский боец. И справа можно было бы сейчас, конечно, наказать. Вообще, я думаю, сейчас Плотников пристреляется и все-таки попадет. Одним плотным ударом и закончится этот бой. Конечно, слишком заряжен на удар. Ему бы... Я просто объясню. Дело в том, что Антон опасается дать как можно больше боевых действий сопернику, поэтому он наносит больше ударов. Я имею в виду, что заряжен в каждый удар. Ему бы насыпать. Ну, это недостаток не только его, а многих боксеров. Да, конечно, вот чем отличается более опытный боксер, он знает, когда нужно вложиться, а когда нужно просто выбрасывать удары, чтобы обозначить. Дозировать, да, серию ударов и не ставить на один. Ну что, три раунда позади. Ну, поактивнее работает, конечно, сейчас Антон Плоткин, это очевидно. Выигрывает Антон этот поединок пока. Я думаю, он и выиграет его, в принципе. Предлагаю какому-то парню не торопиться. Все-таки судя впереди по тому, еще раунд. Судя по тому, как складывается бой, новых сюрпризов здесь не будет. Антон все видит, все понимает. Чуть-чуть не хватает техники, да, вы правы, но в целом, я думаю, он не даст так просто победу у него забрать. Итак, друзья, мы в прямом эфире на телеканале Губерния ТВ и следим за событиями второго поединка нашего вечера, который проводит воронежская компания Victory Team здесь, в концертном зале Event Hall. Как нельзя лучше, 23 февраля, праздник, День защитников Отечества. И Антон сейчас защищает себя и свой клуб. Свою промоутерскую компанию Victory Team мы видим, трусы украшают эмблема. Детище Андрея Халайджана. Да, который который раз уже организовывает в Воронеже столь замечательное событие. Слишком высоко стоит при размене, конечно, Антон. Пропускает Антон. Огрызается, огрызается. И Ибрагимов, я об этом и говорил. Тем более силы у него еще остались. Он проводил и больше раундов боев, так что опыт у него есть. К тому же не забудем, что Ибрагимов левша, а для боксера, работающего в сторонней стойке, левши очень неудобно. Это тоже фактор немаловажный. Да. Но техника все равно у Антона повыше. Я думаю, что он сейчас перестроится и попробует досрочно закончить. Почаще будем работать по нижнему этажу Антона. Правый в корпус с выходом на левый, либо прямой, либо боковой. Да, Ибрагимов уже включил заднюю передачу. Понимает, что он в размене проигрывает.
минута до конца у нас. Вот видел, как успешно, да, пробил? Да. Правый в корпус и на выходе на верхний этаж левый. Вот если это работает, надо это использовать. Чего стесняться-то? Вот он говорит, через финт работай, все правильно. Да, Ибрагимов молодец, не дает себя просто так взять. Сейчас Антон правильно действует, не идет вдоль канатов за соперником, а занимает центр ринга. Да, да, да. Обрезает углы, что, в общем-то, неплохо для позиционного выбора атаки. Последние секунды этого поединка зрелищного. Ну, прогноз ваш не оправдался. Не оправдался, да. Я думал, все-таки закончим досрочно. Опыт есть опыт. Все-таки похвалим Изата. Несмотря на такой не очень успешный, мягко говоря, рекорд, все-таки боксер, знающий толк, как выживать в ринге. Задал жару нашему Антону Плотникову. Итак, 4 раунда позади, мы в прямом эфире на телеканале «Губерния ТВ». И сразу после объявления победителя этого боя вновь встреча в студии с гостем нашего сегодняшнего боксерского праздника. Вообще, у Антона, конечно, был шанс закончить досрочно. Надо было не заряжаться все-таки на удар, а посмотреть, пощупать. Много сил он потратил в первых раундах. Нервы? Возможно, дебют. Да, дебют, поэтому решил сразу показать, кто в Воронеже хозяин, да? Да, да, да. Сейчас консультируется рефери с супервайзером. Какая-то такая небольшая пауза возникла. Ну, я не думаю, что тут сложные подсчеты. Все, в принципе, было очевидно. Я думаю, что сам Брагим все понимает, что... Не сделал он достаточно для победы. Судья Ковцев 40-35. Судья Гукин 40-35. Судья Таровской 40-35. В этом бою победу единогласным решением одержал Антон Плотник! Итак, у нас гость студии, друзья. Ну что ж, мы продолжаем работу в прямом эфире. Рядом со мной звезда российского и мирового бокса Дмитрий Кудряшов. Но традиционно ваши впечатления вот от конкретно этого боя. Вам что больше нравится? Вот такие упорные длительные поединки или вот как первый скоротечный? Естественно, мне как зрителю, а сегодня я зритель, мне нравятся бои, в которых ребята показывают характер, ребята показывают какие-то технические действия. Поэтому вот такие упорные бои, где два боксера стоят друг друга, естественно, они мне нравятся больше. Здесь, вот вы, наверное, видели файткард сегодняшний вечер. Есть кто-то, кто вам хорошо знаком, и, может быть, за чьим боем вы будете следить особенно, может быть, с кем-то какие-то советы даете персонально?
Ну, я знаю, что будет Пилипенко Игорь, он в моем весе, уже возрастной спортсмен, много где выступал, поэтому я его знаю. Будет Мышев Владимир, это восходящая звезда, тренируется моего товарища Бупаса Андрея, то есть его я тоже знаю, и я, естественно, посмотрю за этими ребятами. Здесь есть дебютанты профессионального ринга, вот какой бы вы совет им дали? Да, самый главный совет для любого боксера – никогда не сдаваться, двигаться к тем целям, которые ты для себя наметил. И я уверен, что у тех ребят, которые не сдадутся, обязательно все получится. Ну, понятное дело, что вечер только набирает обороты, но можно сказать, что вот вы получаете искреннее удовольствие, находясь здесь, в Эвент-холле, на этом турнире от вечера бокса «Виктори Тим». Я могу сказать о том, что организация действительно на уровне. Я много где бывал на боксерских шоу и могу сказать, что в Воронеже действительно уровень. Я вижу, что зал заполнился, зрители пришли, интерес есть. То есть была хорошая раскрутка этого шоу, была проделана хорошая работа. И раз зрители пришли, то нас ожидает жаркое шоу. Ну что, хорошего вам вечера, спасибо большое за это интервью. Дмитрий Кудряшов, ну а мы продолжаем работу в прямом эфире.